Доброе утро. Неделя подошла к концу, и самое время обсудить, что же интересного произошло в югорском интернете. Сеть оккупирована, во-первых, всевозможными фотографиями с листвой, потому что осень выдалась, на удивление, нарядная, а во-вторых, дикими животными. И у всех вопрос, почему они приходят в города. Ученые объясняют это тем, что мы сами в этом виноваты. Во-первых, потому что мы их подкармливаем, а во-вторых, потому что мы оставляем свой мусор близко к лесу, что их очень привлекает. Давайте следить за чистотой окружающей среды, и все будет хорошо. Будьте в гармонии с природой, а пока посмотрим, кого можно встретить на улицах Югры. Эй! Эй, иди сюда! Вроде откуда он? Скоро холодно, пора и честь знать, как говорится. Но потом стало совсем не смешно. Представьте такую встречу на Эльбе ночью. Хорошо, что никто не пострадал. Вот это точно шикарное доказательство, что скоро зима. Все запасаются на зиму, птицы уже улетели, и наличие каких-то двуногих абсолютно не мешает готовиться к холодам. А теперь по экзотике. Прямо в городе стадо коров. А собака, видимо, в молодости работала пастухом. Но тут совсем не стоит удивляться. Львы для наших широт самое то. Видео заканчивается, поэтому, пожалуйста, снимайте больше, желательно горизонтально, и отправляйте нам или же делитесь с друзьями. Все посмотрим, все покажу. А пока не болейте, хороших вам выходных и гору лайков.